Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы летим проходить Майнкрафт. Но знаете что? Сегодня мы из вот таких вот мобов сделаем вот таких гигантов. И причем это будет относиться ко всем. Я надеюсь, вам это понравится, поэтому не забывайте досматривать до конца, подписываться на канал и залетать в описание, ведь там есть все полезные ссылки. Ну а я не буду задерживаться, погнали. Что же, нас тут уже приветствуют. Здравствуйте, welcome to Big Move World. Да-да-да-да-да, спасибо большое. Так что, мы можем открыть? Да, фига себе, мне сразу здесь дают уже какие-то начальные приколы. И офигеть, это реально огромная деревня. Вы посмотрите на эту маленькую миленькую курочку. И тут одну, походу, уже убили. Подожди, а если я... Я ее с одного удара убил, нифига себе. Подожди, а что мне здесь нужно сделать? Я вообще рассчитываю на то, что мы реально пройдем этот Майнкрафт. И вы посмотрите, какой там крипер. Офигеть. А че вы такие огромные, господа? Подожди, а куда бить? Если я сейчас ударю крипера. Нет, убегай, убегай. Что еще будет? Чего? Может, все-таки пожертвуем? Нет, нет, нет. Ты будешь взрываться? Алло, молодой прикольчик. Так, давай, вот сейчас ты... Офигеть! Там слишком огромный радиус взрывается! Мне просто интересно, каких размеров будет дракон, если этот крипер из... Вот-вот в два блока он вот такое вот целое здание. Офигеть. Не, ну самое главное, как бы мне зато дали блоков. Теперь спасибо большое, огромный крипер. И здесь мы можем залутать не только это, мы можем... Хотя зачем мне наковали? Мне наковали не понадобится, поэтому сейчас выбираемся быстро отсюда. И выбегаем из этой деревни. Стоп, мне стало резко интересно, что же будет с этой овечкой. А ну иди ко мне. А какие из тебя... А, ну тут вообще максимально маленькие блоки упали, и оно все очень дико лагает. Это плохо, и причем максимально плохо. Мне самое главное просто много хлеба сейчас себе накопать, чтобы как бы на все прохождение мне хватило. И мне кажется, нужно найти быстро деревню. Вы посмотрите на этого скелета. А зачем вы все тут такие большие? Хотя что я спрашиваю? Я сам выбрал этот мод. Честно говоря, мне очень страшно. Еще один крипер! Нет, не надо, пожалуйста. Пожалей меня. Спасибо тебе. Это, фух, это овца. Я думал, все. Пиши, пропало. Тёма. Так, а нет, смотри, у нас лошадки тут небольшие, почему-то овцы тоже. А вот он огромный, даже очень, не надо, господа, до свидания, даже не смейте меня трогать. Вы слишком огромный, и вы сможете спокойно причинить мне боли, я вижу деревню. Боже, какие вы огромные. Я самое главное понял, что мне нужно сделать. Мне сейчас нужно добыть костей и приручить вот этого огромного волка. Мне кажется, это очень идеально будет, и вы посмотрите на размер свиньи по сравнению с этим домом. Это жесть. Это, походу, заброшено. Да, это заброшенная деревня, и вон там мертвый житель ходит. Так, ну яблочки мы, конечно, соберем, как бы, почему бы и нет. И это плохо, потому что мы здесь не сможем найти голема и залутать его. Хотя отчасти дай-ка я добуду вот эту паутину, потому что она мне потом понадобится, чтобы я скрафтил лук. Так, две штучки. И здесь есть кузница, все. Пожалуйста, можно там будет что-нибудь жесткое? Я сразу найду три железа, мне не надо будет ковыряться нигде. Опа, даже очень больше мне дали, чем реально надо было мне. Так, одеваем вот это вот сейчас. Можно, пожалуйста, верстак где-нибудь найти? Так, пожалуйста, можно пройти. Спасибо большое. Я, кстати, даже не заметил вот этого зеркала, или как он там называется. Стекло, вот. Сейчас мы крафтим ведро и быстро перемещаемся в ад. У меня как раз хватает 4 слитка на зажигалку. Да, кстати, надо кремень еще найти. А вы что встали тут, ребят? Я с вами, ну не того самого. Как бы, до свидания. Конечно, вы красавцы. Красавчики, там все дела. И тут очень медленно падают шмотки. Я подобрал, да, я подобрал кровать. Так, все, я делаю сейчас верстак. Делаем мы, значит, вот так вот ведерко. Верстак мы с собой, конечно же, забираем. И, кстати, я же могу теперь меч поменять. Хопа, вот так вот. И нет, подожди, верстак, где ты у меня? Потому что я должен еще скрафтить один лук. Все, лук у нас сделан. Сейчас мы летим в пещеру, потому что, насколько мне известно, на Джаве нет лавы, которая спавнится, ну, просто вот так вот. Но я по факту этого не видел. Я видел вон там вот где-то карьер, откуда я пришел. Поэтому давай быстро мы пойдем в карьер. Там точно будет лава. И уже там построим себе портал. Во! И как раз я здесь нашел гравий. Давай-ка, пожалуйста, выпадай кремень. И я пойду дальше вниз искать себе лаву. Быстрее только, я тебя прошу. Есть! Все, кремень есть, побежали дальше вниз. Все, отлично. Только понять бы, как здесь нормально спуститься мне. Так, ставим вот сюда
вот все. Мы у лавы, и нам всего лишь остается разлить нормально так водички и уже строить портал. По факту мы можем сделать гениально вот так вот, правильно. Теперь мы берем ведро, подходим вот сюда вот, крадем один кусочек лавы. Так, надо вот так, чтобы мне удобно было подниматься. И делаем, значит, следующим образом. Вот этот мы тоже забираем. Иди сюда. Все, и последний блок у нас есть, только единственный момент, который я не продумал. Мы же не сможем сейчас залить этот портал. Все, как бы можете называть меня гением, мы отправляемся очень-очень быстро в ад. Вы посмотрите на этого гаста! Он слишком огромный, не-не-не, давай там, до свидания, мне ты вообще не нужен, мне надо всего лишь найти лес эндерменов и одну крепость. Все, не-не-не-не, я даже не хочу с ним связываться, потому что насколько жестко взрывается. Тогда... О, нет! Я победил его! Я победил Гаста! Офигеть! Нормально! Просто если вы помните, как взорвался Крипер в начале, и как, мне кажется, будет взрывать вот этот вот молодой человек, это слишком жестко. Здорово! Давай, до свидания, мне отсюда нужно выбраться. Это просто жесть! Вы посмотрите на него! И да, я почти уже добежал до Эндерлеса, и... Я надеюсь, да! Они там есть, и они тоже мега огромные! Странно, конечно, работает то, что некоторые эндермены, они огромные, а некоторые маленькие. Так, иди ко мне. Я надеюсь, я тебя бью. Так, у нас уже два ока эндера. Очень даже круто, и надо как-то перебраться на ту сторону. Вот, конечно, Евгений без кирки, без топора полетел уже в ад. Ну, как бы, зато у нас прям дичайший спидран идет. Я надеюсь, из вас можно? Да, из вас можно делать. Так, верстачок у меня есть. Мне надо сделать сейчас хотя бы одну лодку. Чего? Как крафтится лодка? Ага, мне, значит, здесь еще нужна лопата. Нифига себе. Вот это для меня открытие. Хотя мы в прошлый раз проходили, мне Джонни сказал то, что прикинь, тут нужна лопата еще. Ну это прям максим... в смысле? Я не могу из этого... О, нет. А я все деревяшки потратил. Ладно, нам придется их убивать вот просто вручную. Так, а ну иди сюда, ты. О, офигеть! Он очень много хп сносит. Нет! Да что? И вот что ты на меня смотришь? Да, я твоих братьев убил. Короче, я заново, так сказать, начал выживать, потому что я не прописывал keep inventory true. Сейчас я прописал, конечно, сори, но мне кажется, это максимально сложно будет без этого. Короче, там спереди уже виден этот город. Где он? Он где-то тут же был. Я его реально видел. А вон, он за Гастом. Честно, я не знаю, как я сейчас буду проходить мимо вот этого Гаста. Я тебя прошу, большой мой брат, не трогай меня. Я тебя люблю, я обожаю белый цвет. Белый цвет самый лучший. А ты не трогай меня, ладно? Хорошо, спасибо тебе огромное. Боже, как я тебя люблю. Все, побежали, побежали, быстрее, 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 пока он на нас. Тут их слишком много, и как мне вообще туда попасть? Я надеюсь, мне хватит блоков. Все, совсем чуть-чуть, ребята, давайте вы не будете на меня агриться. И вот первый блейс уже. Иди сюда. Слава богу, вы не огромный, потому что мне кажется, мне была бы попа и нет. Сушители! Не-не-не-не-не-не-не. Кент, давай, пока. Ты мне не нужен, мне нужны блейзы. И блейзы только вон там вот. Так, иди вниз. Иди нафиг от меня, пожалуйста. Так, и я сейчас могу погибнуть от иссушения. Мне по факту надо, в общем, 7 палок. И получается, мне надо еще будет добить глаза. Так, вон туда я не пойду. Так, вот тут давай пройдем быстренько. Нет, но он все-таки сушил меня. Это плохо. Подожди! Кость! Мне нужна будет кость 100%. Так, тут нет больше. Все, я вижу блейза. Вижу блейза, не вижу преград. Иди сюда, пожалуйста, мой маленький мальчик. Нет, а в смысле? Я не могу его ударить нормально. Так, ребят, давайте спавнитесь быстрее. Так, только вот это надо быстро закрыть. Давай, да, ну, пожалуйста, ударь его. А чё они так тупят? Они даже не хотят меня убивать. Так, а, нам выпала с него палочка. А, все, могу подобрать, отлично. Очень дико лагает, потому что тут много монстров. Отстань от меня. Чел, уйди, пожалуйста, не трожь меня, спасибо. Давай, падай быстрее, Блейз, я тебя прошу. Еще 5 таких сородичей, как ты, нужно убить. Как же тут дико лагает. Так, остался последний стержень выбить. И где блейзы все? Они по факту вон там, и мне надо будет пройти сквозь двух скелетов. Подожди, там еще два скелета. Почему это такая ловушка? Тут еще и сушитель. И самое главное, чтобы вы понимали, я ни разу еще не встретил ни одного сундука. Я опять не могу здесь кушать. Блин, мне надо быстрее отбегать отсюда. Все, последний блейз, иди ко мне. Не смей в меня ничего метать, пожалуйста. Пожалуйста,
я не хочу заново все проходить. Умри, все. Да, последняя палка есть, подбирайся быстрее, я тебя умоляю. И мы убегаем отсюда искать сломанный портал. О, нет, ребята, вы не спавнились в таком количестве, до свидания. Короче, я уже не знаю, где искать этот гребаный сломанный портал, потому что я пробежал огромное количество блоков, и я вообще не могу его найти. Я уже успел зайти в бастион, украсть оттуда 4 обсидиана, и сейчас я пытался найти второй, ну или хотя бы сломанный портал, но ничего не выходит. Поэтому сегодня я воспользуюсь очень и очень плохой штукой, вы можете меня осуждать, но мы делаем вот так вот. Теперь мы возрождаемся вот тут вот, и мы крафтим порошочек, соединяем его с глазами, вот так вот, и в какую сторону мне... А что с ним? Нет, только не в блоках застревай! Я просрал один глаз. Спасибо. Но зато мы знаем теперь, в какую сторону идти, это тоже плюс. И нам надо накопать еще немножечко хлеба, и здесь дико лагает, потому что эти мобы настолько сильно нагружают сервер. Так, мне кажется, все это копать это уже не тут, мне надо быстрее отсюда слинять и там уже заниматься своими делами. Так, вроде как уже не лагает, кидаю нормально, и да, нам бежать туда же по диагонали, давай только не сломайся. Спасибо тебе огромное, потому что... Нифига себе тут рыбка. Короче, если бы он сломался, то это была бы реально очень жесткая штука. И я надеюсь, повезет, и мне хватит 6 глаз. Хотя, по факту, у меня есть еще 7 порошка, и вы посмотрите на эту ведьму. Короче, если что, мы добудем еще эндерменов и сделаем себе глаз. Но я надеюсь, что ничего такого делать не нужно будет. Мне кажется, я уже где-то близко, потому что я бежал со стороны той деревни, и он мне показывал вот сюда вот. И если чё, кстати, это, походу, та самая деревня заброшенная, в которую мы пришли первый раз. Подожди, реально, что ли? Так, да, ты покажешь? Еще все равно бежать туда. Хорошо, и тут уже дико лагает, не ломайся, я тебя умоляю. Нет, нет. Фух, все, оно вот здесь уже уходит под землю. Боже, да ладно, я нашел его. Ну и, конечно же, я просрал один глаз, но да ладно, я прошу, можно там будет портал, куда надо вставлять не все глаза Эндера. Все, этот камень, тот самый, и что тут вы забыли, господа? Вообще максимально непонятно, но самое главное, мы нашли, что нам нужно. Все, я нашел, наконец-то, так, быстрее ломаем спавнер. Сколько надо ок? Всего 3 ока. Как это хорошо. И все, здравствуйте, мои любимые эндермены, и я пришел к вам в гости. Как ваши вообще дела? И мне интересно, как дела у нашего дракончика? И насколько он мега огромный? Он простой? А вот это как-то, ну, не прикольно. Ну, почему так? Ладно, давай быстро сломаем кристаллы сейчас ему. Все, первый есть, второй есть. Все, у него остался всего лишь один вот этот камень, и на меня загрен. Вот этот вот эндер... Нет! Ах, как же все это плохо. Ну, наконец-то я нашел. Боже, я второй раз намного жестче искал. Короче, чтобы не тупить, вот здесь вот ставим и погнали обратно. Сейчас самое главное реально смотреть в пол, потому что, ну как меня задолбали эти эндермены хреновы. Так, они еще жесть высокие, я не смогу не смотреть к ним в глаза. Так, в него сейчас... А подожди, в тебя с лука можно сейчас стрелять? Нет, нельзя. Окей, по старой схеме, давай. Мы сможем победить этого гребаного дракона, я в этом максимально верю. Потому что я настолько огромный путь прошел, и с садом, и сейчас с поиском всей этой фигни. Это просто жесть. У меня, кстати, скоро сломается меч, поэтому надо работать в него с лука. Давай, эндермен, только в тебя не буду попадать, потому что я знаю, что ты мне огромных звездюлей дашь. В меня летит этот шарик. Ты хорош там прятаться. Так, смотрим в пол, смотрим в пол, чтобы не забайтить никого. Давай, я смогу. У меня меч сломался, нет! Чем мне его сейчас бить? Это просто шок. Я стою здесь. Как же сейчас все плохо. У меня нет гребаных инструментов. И чем мне убивать дракона? Только с лука. Сколько? У меня 29 стрел осталось. Почему все так напряженно и жестко? Все, чуть-чуть есть. Я его как балбес сидел, пытался убить рукой. И у меня это, мать его, все получилось. Это просто шок, я вам скажу. Погнали. И вот они, титры Майнкрафта. Я очень сильно задолбался проходить Майнкрафт с этим модом. Но я надеюсь, вы заценили и уже подписались и поставили лайк. Ну а с вами был пока Ураган.